Наверное, выжить хочу. От войны не уйдешь. Вот что страшно. От себя не уйдешь. Вот что страшно. Вот это все, что я для тебя сделать могу. А помочь... Знаешь, Серега, в жизни бывают минуты, когда человеку никто не может помочь. Мы никого не ненавидим. И нам трудно представить, что есть люди, которые засыпают и просыпаются с ненавистью к нам. Что есть люди, мечтающие кататься по Красной площади на танках. Они просто бредят этой идеей. Есть люди, которые мечтают вешать нас на фонарях и говорят об этом. Они мечтают об этом. Вам трудно это представить, потому что вы не думаете так, я так не думаю. Но они есть. Поэтому все очень серьезно. И мы все с вами мобилизованы, друзья мои. Мы все мобилизованы. На какой фронт, спросите меня? У меня нет военной специальности. Кто-нибудь скажет там, я радист. Ну, ты, у тебя есть военная специальность. А я там, скажем, механик-водитель какого-нибудь большегруза. Ну, считай тягача военного. Но у меня есть военная специальность, там, и так далее. А скажут, у меня нет военной специальности. Мы все мобилизованы на информационном фронте. На информационном фронте все православные христиане мобилизованы до одного человека. Вчера на панихиде в конце я говорил, вычистить Инстаграм, вычистить Телеграм, вычистить Фейсбук, вычистить Ютуб. От всего этого вонючего гнилома, с которым можно мириться в мирное время. На войне нельзя мириться с предателями. Когда все так серьезно, любая моська, залаявшая на слона, считается агентом Геббельса. Нельзя гавкать на страну, когда страна в беде. Антироссийская истерика от слов дошла до реального вредительства. Русским мирным людям в прямом смысле закрывают двери в США и Европе. В Португалии белым по черному рестораны пишут, что руса-туриста обслуживать не будут. Выгоняют русских из заведений в Румынии. Люди, которые просто делают свою работу, пытаются в сложных условиях жить, содержать семью, подвергаются нападкам из-за своей национальности. В социальных сетях обозленные иностранцы оскорбляют школьников и студентов родом из России. Жители Европы и США винят их в происходящем в Украине только за то, что они русские. В своем посте омбудсман написала, что к ней обратился русский дальнобойщик, которому разбили фары машины в Германии, а полицейские просто проигнорировали этот инцидент. Татьяна Москалькова рассказала, что помощь мужчине оказана, и подобных случаев уже десятки. Травит уже без разбора. Жительница Черногории с украинским гражданством пишет, что ее за рулем автомобиля с российскими номерами закидали камнями. Российских студентов отчисляют из европейских вузов. В школах Германии на уроках пропагандируют русофобию. Женщина одна писала, что в школе учительница заявляла, что русские такие сяки напали на украинцев, всю вину возложила именно на Россию, на русских, то есть и это как-то все равно влияло именно на школьника, то есть зная то, что ученик имеет русские корни. Один из украинских ресторанов вывесил у себя на сайте заявление, что посетители с российским паспортом в данном ресторане не обслуживаются. Также вот наличествуют факты того, что известные, допустим, дирижеры или пианисты, которые выступают в Германии, их требуют, от них требуется, чтобы они
выразили свою позицию, критическую позицию в отношении конфликта на Украине. Иначе им грозит отмена концертов. Многие запуганы и боятся говорить открыто о том, что подвергаются травле. Опасаются, что агрессии будет еще больше. Но в соцсетях множество постов. Пишут, в Праге на митинге пьяный украинец покрыл матом девочку, которая говорила на русском языке. Хотя сам кричал на русском. В одном из вузов Чехии преподаватель выгнал российских студентов из аудитории и сказал, что не будет принимать у них экзамены. У коллеги дочку в берлинской школе забулили, потому что русская. Россия плохая, значит и ты плохая. Вмешался учитель, в итоге всех разогнал, но осадок остался. Еще одна подруга пишет, что у знакомых 13-летний сын учится в Лондоне. Сегодня им прислали письмо, что пребывание ребенка в школе нежелательно. Все происходящее в Европе напоминает времена гитлеровской Германии, когда процветал антисемитизм. Сейчас аналогичная ситуация в отношении русского народа. В Финляндии приостановили продажу алкоголя из России. Сообщается, что касается это в первую очередь водки. И делают это, цитата, «во имя Украины». Истерия и в Польше. Там разбили стекла в здании посольства России, а сотрудникам депмиссии поступают угрозы. Школу при консульстве закидали пакетами с краской. Подверглись нападению российские консульства в Исландии и Австрии. В отношении российских загранучреждений, в отношении посольства предпринимаются акции устрашения в социальных сетях. Трудно без содрогания следить за тем, что там публикуют, вплоть до прямых угроз, и не только в адрес дипломатов, но и вообще любых русских. Агрессивные проявления, как отдельные случаи, встречаются и на улицах, встречаются, к большому сожалению, в австрийских школах и в австрийских детских садах. С момента начала России военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины состоялось два митинга. Однако после митинга, видимо, один из, так сказать, с расстройствами психики граждан остался, и буквально через какое-то время, когда полиция уже уехала, он выломал нам ворота в консульский, значит, на территории консульского отдела. Попытался потом сбить камеру наружного видеонаблюдения на посольстве. Его задержали, отвезли в полицейский участок. В Латвии памятник воинам-освободителям от фашистов раскрасили в желто-синий цвет. Это варварское действие. К тому же оно демонстрирует совершенную глупость, тупость и необразованность этих же самых хулиганов. Во время Великой Отечественной войны десятка, может быть, сотни тысяч украинцев, как и русских, как и представителей других народов Советского Союза, погибли, освобождая Прибалтику, погибли, освобождая Латвию. И противопоставлять сегодняшний украинский флаг тем людям, которые погибали за освобождение Европы, и которым сейчас посвящен этот памятник освободителям, это глупость и это надругательство. На европейцев воздействует западная русофобская пропаганда. Инциденты также провоцируют украинские националисты. Русскоговорящие люди, которые живут за рубежом, сейчас просто не знают, что делать и как реагировать на подобные угрозы. Совет по правам человека при президенте России призывает европейских правозащитников отреагировать на травлю россиян, в особенности детей. Москва, Красная площадь. 24 июня 1945 года здесь, у стен Святого Кремля, встречала страна своих сыновей, вернувшихся с победой, героев беспримерных сражений на всех фронтах Отечественной войны от Баренцева до Черного моря. Водные полки фронтов. Вот те, кто форсировал Днепр и Одер, кто брал снежные карпатские перевалы, кто возвратил свободу Киеву и Минску, кто освободил Севастополь и Одессу, кто сражался на улицах Будапешта, Кёнигсберга, Вены, и кто водрузил знамя нашей победы над Берлином. Вести знамен разгромленных гитлеровских армий склонены к ногам победителей. Трибуны
трибуны заполняются гостями, депутатами Верховного Совета СССР, участниками юбилейных торжеств Академии наук, генералами, героями Советского Союза, мастерами искусства и литературы, стахановцами московских фабрик и заводов. Девять часов 55 минут утра. На трибуне Мавзолея товарищ Сталин, руководители партии и правительства Советского Союза. Командует парадом маршал Советского Союза Рокоссовский. Парад принимает маршал Советского Союза Жуков. Маршал Советского Союза Жуков обратился с речью к войскам Красной Армии, к рабочим, колхозникам, интеллигенции, ко всем трудящимся Советского Союза. «Отечественная война завершена», — сказал маршал Жуков. «Над фашистской Германией одержана победа, какой еще не знала история. Мы победили потому, что нас вел к победе наш великий вождь и гениальный полководец, маршал Советского Союза Сталин». Победители пронесли мимо мавзолея свои боевые знамена, овеянные бессмертной славой многочисленных побед.
лучшие люди фронтов. Летчики, танкисты, кавалеристы, пехотинцы. Русская пехота, потомки суворовских орлов. Они настойчиво били врага, били наверняка по всем правилам сталинской военной науки. Колонна военно-морского флота. Защитники Одессы, участники героической обороны Севастополя, города бессмертной славы. Балтийские комендоры, уничтожавшие немецкие дивизии у стен Ленинграда. Фронтовыми полками прошли части московского гарнизона. We'll be right back.
открыли полки противовоздушной обороны. В грозные ночи первого этапа войны охраняли они священное небо Москвы. Советская артиллерия, лучшая артиллерия в мире. Это она сметала с лица земли долговременные линии железобетонных укреплений врага, повергла в прах форты Кёнигсберга, Преславу и Познани. Гул ее орудий навсегда запомнит поверженный Берлин. Перед которой не устояла хваленная немецкая техника. Демонстрация героического пути нашего народа, пройденного под водительством великого Сталина.